Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной человек, который является лидером группы КТ. Он же композитор, поэт, автор, наверное, совершенно всех песен. Может быть, какие-то в исключении есть, я там не знаю. Сейчас он расскажет. Олег Красиков. Все верно. Это я. Добрый день, Олег. Здравствуйте, Виктор. Я первый, вот сейчас у нас прошла запись программы на Радио ВОС, да. Я не буду говорить обо всем, о чем мы говорили, повторяться мы не будем, но меня очень удивило твое хобби. Помимо того, что он занимается светлой такой поп-рок-музыкой, я рекомендую всем подписываться на канал на YouTube. Вот сейчас это нужно будет сказать, чтобы потом уже люди, еще раз мы повторим, людям нужно повторять несколько раз. Скажи, пожалуйста, как тебя найти в социальных сетях на YouTube? Авторская песня Олега Красикова, но это мой композиторский, то есть проект, а есть отдельная в сообществе ВК, паблик КТ, именно вот моей музыкальной команды. Ну, одно другого не хуже, поэтому если вы будете слушать такую музыку, то я считаю, что у вас и настроение будет лучше, и вы услышите хороший смысл. Олег закончил музыкальную школу по классу фортепиано в Улан-Удэ. Также закончил музыкальный колледж по классу классической гитары. И уже потом где-то в 13 лет, да, скажи, пожалуйста, как ты дошел до такой жизни, что президент Российской Федерации посчитал тебя национальным достоянием? Что такое? А в 13 лет, по-моему, это вот доходительство до такой жизни началось, по большому счету, когда я рок-музыкой... Нет, подожди. Не каждого ребенка у нас признают национальным достоянием президент. Что ты такого сделал? Да не знаю. Кто-то в 15 лет, он выходит в финале Лиги Чемпионов играть, поэтому... Ну, тут... Я спрашиваю, что ты сделал? Тебя же пригласили в Кремль, тебе же вручили медаль. Это да. Вот я о чем. Это да. Народ должен знать своих героев. Ну, да я не знаю, я просто как бы действительно в глубине где-то души особого значения, говорю, не придаю наградам. Причем это не, то есть не то, что я, короче, ради там красного слабца это говорю, действительно, просто мотивирует музыканта другой абсолютно. То есть я даже вот меня спроси, в какой-то год было, я, наверное, и не назову точно, по большому счету, но... Тем не менее, было приятно, это вопросов нет, то есть глава нашего государства, торжественная обстановка, то есть, ну, почувствую себя в этом движе, как говорится, поэтому, ну, что было, то было, то есть, скромничать тоже смысла нет, но придавать этому большое значение, вот, тем более, что... Не знаю, жизнь музыканта, то есть она из массы впечатлений состоит, концертов, каких-то выездов прикольных, не знаю. Кстати, о концертах. Вот мы говорили-говорили о музыке, много обсуждали, теории там и так далее. А вот какие концерты твоего коллектива и твои тебе запомнились больше всего, где они проходили и что это были за концерты? А вот совсем недавно, буквально, когда я на ПМЖ перебрался в Москву, это был 20-й год, а в 21-м уже я вот закрыл наконец-то свой гешталь, так сказать, музыкальный. У нас всегда с парнями была мечта выступить на море где-то, то есть, ну, конкретно в городе Сочи. И вот в 21-м году получилось так, что осенью я просто психанул за месяц, это все организовал. Здесь концерт отыграли, то есть в Москве первый, бар «Бульвар» есть такой замечательный. Мы пришли туда, а там еще как раз я вообще не знал об этом. То есть там барельефы на стенах кошками украшены. Я думаю, ну, блин, да, вот судьба. То есть КТ, где еще КТ я должен был выступить, как не здесь. Вот, и удалось съездить, сыграть в рок-клубе «Треугольник». Это сочинский знаменитый рок-клуб, один из старейших на Черноморском побережье. Вот, и вот, наверное, самое мое достижение как организатора и как музыканта, не знаю, я прямо вот кайфанул.
с ребятами съездили, потому что жили на Байкале, тоже прекрасный край, но далеко, к сожалению, там 6 тысяч километров от всей вот движухи в Питере, в Москве. Mm-hmm. А сейчас вот так получилось, что как бы по студенчеству особо денег не было ездить далеко. Ну, то есть мы ездили по Сибири где-то, да. Вот, а сюда добраться получилось вот только в таком возрасте. Ну и тем не менее это... Ну, у тебя прекрасный возраст, да? Еще все впереди, да. Я хочу еще спросить, вот у Олега, для меня, например, необычное хобби для незрячих людей, друзья мои. Он собирает модели автомобилей. Вот. На мой взгляд, это не очень как бы так вот прям распространено. По крайней мере, мало я слышал. Я еще и футбол смотрю. Это не самое странное. Ну, футбол смотрю, ладно. Ну, да. Многие как бы это даже вот по радио ВОЗ транслируют матчи там и так далее. А да? Вот, я не знал. Да, транслируют матчи. Спасибо за инфу. Да. А вот то, что касается собирания автомобилей, спортивных, там, не спортивных. Как вот к этому ты пришел? У тебя с детства увлечение или потом появилось уже? Ну, у меня любовь от папы, наверное, передалась вообще к автотранспорту, потому что он у меня очень с душой всегда к своим автомобилям относился. Я там мог с ним в гараже пробыть весь день. То есть я, в принципе, там, не знаю, своими руками колесо поменяю легко, наверное. То есть, вот, несмотря на то, что за руль мне как бы не светило, но вот устройство там, машины какие-то, основные агрегаты я знаю. То есть, это вот благодаря отцу. И он мне вот такое отношение трепетное к машинам привил. То есть, как живому существу практически. Я там любая царапинка. Ну, может быть, кто-то это скажет, типа, да, это всего лишь вещь. Не очень правильно. Но вот у нас вот почему-то такое популяризировалось. Вот, ну, дело в том, что автомобиль это, прежде всего, как бы средство передвижения, да? Да, да, да. Но это если нет, так прагматично рассуждать. Нет, это не прагматично. Но средство передвижения должно быть комфортным. Уходное, и должно быть, помимо того, что оно не должно подвести правильно в нужный момент. Поэтому требует ухода, надлежащего внимания, потому что где-то что-то ты упустишь там, да, где-то наконечник затарахтел, где-то там какая-то мелочь, какая-то резиночку, да, надо, да, поменять. Да, да. И из этого мы уже создаем аварийную ситуацию на дороге, не только сами можем пострадать. Я, кстати, хочу обратиться ко всем автолюбителям. Вот, на мой взгляд, наша ГИБДД, которую мы все любим очень сильно, вот, они очень часто вообще куда-то пропадают в последнее время, наверное, из-за количества камер. Вот, особенно когда плохая погода. Ну, бывает, появляются они, да. Вот. Но я хочу сказать о чем, что вот когда человек сдает экзамены, там, допустим, в автошколе, это одно. Большинство людей знает, что экзамен, как они сдают экзамены, это тоже мы сейчас обсуждать не будем. Но вот, друзья, то, что касается здоровья человека, очень важно. Я уверен, что за определенную сумму я мог бы купить тоже себе права. Вот такая у нас ситуация в стране сегодня. Но я считаю, что где-то процентов, ну, как минимум 50, нельзя давать права, потому что у людей нет по показателям здоровья нет, как бы сказать, возможности водить автомобиль. Поэтому ты осознаешь, что тебе нельзя, а некоторые нет. Вот я иногда еду с человеком, узнаю, что у него один глаз. Ну, я тайну открою, я водил, мне давал папа на безлюдной дороге, честно говоря. То есть, мне этот кайф тоже почувствовал. Поэтому... Ну, это прекрасно, да, скорость и так далее. На самом деле, есть незрячие, я тебе хочу сказать, есть незрячие гонщики даже за рубежом. Так мы в такой век живем, сейчас, он, да. Я говорю, такси летают уже вовсю, поэтому, я думаю, тут не за горами. Ну, не дай бог, чтобы они летали над Москвой. Да? Они и так летают. Что, да, они и так у нас не аварийность. Заинка, правда, не заинка, но... Значит, эта тема была такая у нас, как бы, ну, можно сказать, что шуточная в лучшем смысле. На самом деле, все участники движения, вот автомобили, это очень опасно, потому что самая большая беда и больше всего погибает, травмируется людей на дорогах. Вот. Скажи, пожалуйста, какие мечты сегодня есть у тебя? Чем бы ты хотел? Вот какие мечты, может быть, какие-то создать песни, да, о чем-то? Может быть, вот я хочу сказать, друзья, что у Олега самое главное в его творчестве, это то, что музыка светлая. Вот рекомендую всем слушать, потому что уже депресняк
ну, я стараюсь таких людей не приглашать, надоел, да. И поэтому, когда мы говорим рок-музыка, мы представляем какой-то депресняк или какую-то скуку, такую тоску. Я уже просто не слушаю, потому что это все уже как бы настолько вторично, надоело и какое-то подражание. А здесь совершенно другая тема. Здесь светлый порыв, здесь такой полет, здесь такая музыка. И мне нравится, как ты играешь на гитаре. Скажи, вот электрогитара для незрячего человека, насколько это... сложно. Ладно, классическое мы сегодня поговорили в программе, потом послушаем. А вот электрогитара, это же другая техника совершенно. Ну, чуть проще, чем сесть за руль, конечно, но... То есть я не знаю, но, по-моему, это вот неотъемлемая часть. По-моему, у меня ребята все, у кого там со зрением проблемы, они как-то учатся играть, тем не менее, то есть на каких-то музыкальных инструментах. Это же типа наше, так скажем, клише самое распространенное. Вот там, если ты не зрячий, либо ты массажист, либо ты музыкант. Ну, то есть, вот. Поэтому уже в головах ни у кого, то есть, чисто никаких проблем там, не знаю, с освоением, я думаю, нет. Вот. Да и на самом деле это все дело, опять же, я вернусь к тому, что те же тренировки, те же часы, которые ты готов уделить изучению этого инструмента. То есть все по большому счету. И если ты получаешь удовольствие, наверное, да? Да. Главное, чтобы это было вот, действительно не из-под палки. То есть, как, а сейчас у тебя какая гитара? На какой гитаре ты играешь? Какие у тебя? Это моя, не знаю, один тоже мой фетиш гитарный. Я готов там, не знаю, мне всегда одной не хватает в коллекции. У меня я Fender Man, ну, то есть у меня гитара... Американский? Да. Ну, нет, у меня Мексы, мексиканская сборка, да. Но вот я вот недавно тоже, опять же, гештальт свой закрыл. Там, взял себе новый, да, абсолютно с нуля, такой очень красивый в цвете Tequila Sunrise, очень поэтичное название. Вот, еще одна моя странность, я прям очень люблю яркие расцветки гитар. А прям... ты играешь с примочками или у тебя процессор? Примочки, это тоже я вот долго искал свой звук, прям перебирал, продавал, покупал. То есть это вот одно из моих хобби тоже одно время было. Я прям очень много времени потратил на поиск звука, вот именно гитарного. То есть много фирм перебрал. Это, ну, такие приятные, короче, муки на самом деле. Ну, потому что каждая группа, каждый рок-музыкант должен звучать все-таки узнаваемо. Да, да, в этом плане, да. Свой почерк должен быть все равно, потому что могут повторяться где-то рифы, да, такие традиционные какие-то, да, но тем не менее свой почерк и свое звучание быть должно, обязан человек. И я хочу сказать, что ты очень харизматичный человек, состоявшийся уже, и мне хочется пожелать самое главное, чтобы вот тот творческий потенциал, который ты имеешь, ты раскрыл благополучно в столице нашей Родины, потому что и песню посвятил Москве потрясающую, и я думаю, что у тебя есть все необходимое для того, чтобы стать более известным, чем ты есть сегодня. Поэтому, дорогие друзья, я всех призываю подписываться на канал в социальных сетях Олега. Вот. И хочу услышать от тебя пожелания для всех, как людям бороться с плохим настроением. К сожалению, огромное количество условно здоровых людей сегодня пребывают в состоянии, ну, некого такого уныния. Оно, конечно, оправдано, но тем не менее жизнь продолжается. Как нам продолжать жить так, чтобы все-таки мы ощущали, что мы не завтра будем жить. Мы живем сегодня, и сегодня надо уметь как-то нам жить так, чтобы других, ну, тоже не погружать вот в эту атмосферу депрессника. Ну, тут рецептов немного. Фильтровать информацию, на самом деле. То есть, тут же видите, у нас тоже дело все в фильтрах. Один, там, два разных человека прочитают одну и ту же новость, а вынесет из них каждый, ну, из этой новости каждый свое. Поэтому вот, на самом деле, надо обращать внимание... Еще раз повторюсь на то, что ты действительно можешь повлиять на своих близких, на своих родных. Чью жизнь ты можешь сделать лучше сам, вне зависимости от политического строя, погоды и так далее. Поэтому вот, наверное, счастье в мелочах. Живите, радуйтесь сами, радуйте своих близких. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня приехал в студию Радио ВОС. Еще раз желаю тебе успехов и здоровья. И, дорогие друзья, берите пример с лучших. До свидания. До свидания.